Привет всем! С вами мастерская Handicraft. Сегодня я хочу показать вам, как можно легко сделать розы из гофрированной бумаги. Такие цветы вы сможете использовать для украшения интерьера, создания букетов, топиария и многих других работ. Для цветов вам понадобится гофрированная бумага, ножницы и нитки. Для начала нам нужно нарезать гофрированную бумагу на полоски шириной примерно 7-8 сантиметров и длиной около 40 сантиметров. Длину можете варьировать на свой вкус, чем длиннее будет полоска бумаги, тем пышнее получится цветок. Я отрезала кусок бумаги длиной 40 с лишним сантиметров и теперь буду нарезать полоски. Итак, берем нашу полосочку гофрированной бумаги, слегка ее растягиваем и начинаем собирать нашу розочку. Для начала нужно согнуть край вот таким образом. Дальше загибаем еще раз край, придерживаем левой рукой, а правой отгибаем назад. Следующий угол загибаем левой рукой, а правой отгибаем в другую сторону. Загибаем, а правой отгибаем в другую сторону. Загибаем левой рукой, придерживаем, правой отгибаем в другую сторону. То есть заворачиваем по типу фантика от конфет. И таким вот образом мы должны скрутить всю нашу ленту. Смотрим, что у нас получилось. Вот такой вот завернутый край должен получиться у вас. Вот эти завитушки аккуратненько поправляем, если они где-то расходятся. И собираем розочку. Собирать ее начинаем с того края, с которого мы начинали заворачивать нашу ленту. И скручиваем вовнутрь, медленно и аккуратно, не плотно, не туго должна закручиваться розочка для того, чтобы быть объемной. Расправляем лепесточки. И вот эту вот ножку розочки нужно очень туго и крепко смотать ниткой. По такому принципу можно сделать любое количество цветов различных оттенков, сложить их в композицию, как вам нравится, как вы хотите это видеть. Можно сделать бутончики, можно сделать стебель, можно собрать в букет, в венок, любую композицию.
Я буду использовать эти цветы для создания топиария. Подписывайтесь на мой канал, если не хотите пропустить мое новое видео с использованием этих розочек. Спасибо, что посмотрели. Всем пока!